Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, все, кто связан с Россией.